подошла к другому любимому. Жалобы товарищу по несчастью. Насколько я помню, его звали Сашу, он тоже. Светят в окна звезды полуночные, как не лень светить им в темноте. Что-то стали мы с тобой непрочны, что-то стали мы с тобой не те. В голове забота делать нечего, в голове ленивые мечты. Но куда пойдем сегодня вечером? Я пойду туда, куда и ты. Там в кафе студентик с папиросочкой, бороденкой мочится в вине. И студентка тонкая, как тросточка, только это, друг мой, не по мне. Нам с тобой по банке да по корочке, нам с тобой в охмель да на бочок. Что с тобой? И как ты пьян в четверочке? Нет, я сплю, не трогай за плечо. Посмотрел сегодня в наше прошлое, стало грустно, посмотрел вперед. Посмотрел вперед и вижу, что же наше прошлое, наоборот. Жизнь смеется, шутит, издевается. Шутишь ты, но шутишь ты, скорбя. Знаешь, друг, как это называется? Это ж просто бегство от себя. Вот купить наука немудреная, но она, как правило, верна. И сдаем мы, ведь глотка не лужёная, да и воля тоже не сильна. Слышишь, друг, не сплюну, как нарушенная. Слышишь, друг, ну, милый друг, ты где? Что-то стали мы с тобой непрочные, что-то стали мы с тобой тем. Нормально? Все хорошо. Тогда время есть, начинаем, да? Тебе бумаги не нужны на подставку? Нет? Нет пока. Ну там есть, есть тот же наброски. Ну так надо. Ольга принесет, она обещала потом. Сейчас. Сейчас пока можно сказать несколько слов без песен. Ну, во-первых, для меня сегодня праздник. Спасибо, дорогие мои, что вы пришли. Даже когда вас не было, и всю информацию с внешним миром я держал через Ольгу Перову. Спасибо за ваши пожелания, за вашу заботу. Действительно становилось легче. Действительно. А сегодня здесь, как я каждый раз говорю, действительно, для меня это вот правда, как лоток кислорода, встреча с вами, дорогие друзья. А что такое необходимо критический момент лоток кислорода, я убедился в 22 мая. Когда попал в реанимацию, мне на морду надели кислород, я двое суток лежал. Но нормально, видите, жив-здоров, я прекрасно себя чувствую. А здесь для меня вот родная атмосфера, поскольку я давно считаю, что мы одна большая семья. Чужие здесь не ходят, как у нас в деревне говорят. Все свои. Если ошибусь, подскажут. Если чего-то там тоже подскажете. За это вам огромное спасибо. Постараюсь сегодня сам себе без подсказок. Сегодня для меня это вдвойне праздник. Это первая книга, которая у вас многих лежит в столе, которую написал сам. Сам. Но двум людям, ну вообще-то нас было четверо, один в Мюнхене, другой в Москве, одна из нас, она в городе Гагарине, а я, то есть не, в Королеве городе, виноват только, Алексей, это город Королев. Ну Гагарин там, если Гагарин, ты Королев, там Гагарин. И я во Власево. Если бы без их, как это назвать-то поприличнее, я бы не взялся.
Они решили, надо писать. И они были первыми, я давным-давно, когда Вертогов меня лет 8 донимал на рыбалке, он так ко мне ездил. И всем привет от него, кстати, большой. Он по техническим причинам не может, и концерт в ноябре тоже не состоится, он его отменил. Значит, он меня, когда мы пили теплый портвейн, Вертогов придумал горячий холод, зимой приезжали на рыбалку. А когда выпили, он кричал, что... Дословно, что ты дурак, тебе давно писать надо, тебе чего-то писать. Когда я наконец достал меня в конец, у меня начало что-то делать, у меня все сгорело. Дом сгорел, и вместе с ним крафтом. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо там. И все пропало. Я больше не лез. Потом спасибо Мишке Калинкину, Юрию Алексеевичу. Вытащили меня. Сначала работу, ну вы помните, там после долгого сидения в деревне. И в конце концов в Яровых Орях, где я вот. Рад вас всех видеть, живыми и здоровыми, надеюсь, без потерь прошло этот год. И мечты мои сбылись. У меня была первая мечта, вот эту книгу, она была объемнее мечта, выпустить. Лет 15 с этой мечтой носился. Но как потом сам себе придумал такое, что растишье, мечты накрылись медным тазом. Ну ладно бы хоть одна, а то все разом. Ну опять я тут, ты себе сделал такое. Нет, вылечили, вытащили, отсюда заставили писать. Хотя я сопротивлялся и кричал, что это не мое дело. Мое дело писать песни, стихи, петь их. А вот, ой, ну тут я должен низкий поклон сказать. И чтобы меня поддержали, похлопали, это Ольге Алексеевне Перовой. Она мне заметна, как она, руку ничего. Есть принцип, знаете, есть китайская пытка, когда тебя связывают, башку убривают и по капельке будут капать. Ты или с ума сойдешь, или расколешься и согласишься на все, либо ты умрешь под этим самым. Я согласился быстро на все, хотя дальнейшее сотрудничество я не буду писать, я писал и в стихах, что еще чуть-чуть, а я вот вещи собираю в Кащенко. Там эти новые совершенно непонятные мне слова, шмуцы. Кто-нибудь знает? Кегли, фарписы, как это еще? А еще, вот правильно, я тоже говорил, не хочу, не ругайтесь, Анна, надо. Ну, не буду говорить, что это, заучил на память, прежде, что это означает. Ну, и в конце концов, значит, ей большой поклон. Давайте еще раз похлопаем. Книга это точно не пришел человек, который только сказал, что он задерживается. Значит, а второй человек, все занимались я, чем четверо, брат Мюнхене, вот Ольга Юрьевна здесь, разбросанная телефонная связь, которая постоянно не работала. Ну, я сказал, Серега, привет, не ты ли? Да, привет, дружище, садись. Еще есть один человек, который здесь появился, вот он сейчас, замечательный человек. Книга вообще бы не увидела свет, вообще никогда, потому что написать-то можно многое чего-то и даже исправить, а вот напечатать и издать, это нужно, ну, во-первых, это нужны сумасшедшие деньги по нынешним временам, во-вторых, это должно быть сделано хорошо, во-третьих, были у нас попытки разные и кого-то еще, но менять... Потом спою и продемонстрирую. И менять там слова, и как они теперь мне пишут некоторые, да, друзья мои, что мы поменяли не только окрас этой песни, и смысл новый придали. На кой черт мне в этой песне, чтобы кто-то там, пока не инструментальный, какой-то придавал смысл новый. Ну, то есть четко смысл. Надо получается, как всегда. Разница, что чем ты земля Афганистана и искусство потерять. Но это еще другое. Много чего можно про это рассказывать, я потом проиллюстрирую все это. Конечно. Ну вот этому человеку поднимите. Замечательный человек. А вот эта книга обязана. Это замечательный человек, скажу просто так. Пока мы бегали, искали и носились, где бы и кто бы нам напечатал, кто бы что сделал. Этот человек сам позвонил и сам сказал. Я был в моменте состояния, не мог, и все бросил на Ольгу Алексеевну, и там помощь. Откуда не ждали. И помощь вышла, потому что человек слово. И человек сделал так, как обещал.
И просто он замечательный человек. Мне это время рассказывать, а пообщались, отпраздновали втроем от выхода этой книги. У нас много чего общего оказалось, общих знакомых оказалось. Человек очень интересный судьба, но я не буду про него говорить, но он достоин наших вот этих аплодисментов, которые сейчас были. Еще раз большое вам поклон. А я отвечаю Юре, вот нашему тоже. Все здесь, какие есть фотографии, сделаны им, нашим бессменным, скажем так, хроникером, летописцем и фотографом. И администратор. Фотографии Солодовникова. Ну, неважно, там цифровать же надо было их Солодовникова. Витька Солодовников, он не пришел, но это да. Ну, просто разболелись наши все, Бадахшанские из Вымпелы. Ладно, приступим тогда. Но только вот еще. Нам праздником, конечно, праздник. Но давайте мы сейчас встанем и помолчим. Вы все знаете, почему. Садитесь, пожалуйста. Просто это бабушка думает, там погибли дети. И даже мы теперь, я знаю, что у многих здесь, и даже преподавательский состав для нас, кому за 60, это тоже дети. А это чистой воды теракт. И кокетчить там не надо, и ФСБ не надо ничего придумывать. Мне понятно. Ну и не буду, я не о том. Это печально, что без конца у нас и гибнут. И гибнут люди. А я пусть постараюсь я сегодня, если вы решите без веселых песен обойтись. Ладно? Поэтому я должен сказать, она разделена, возвращаемся, разделена на две части. Хотя было много предложений с самого начала, но все-таки решили в конце концов разделить ее точно пополам. Чем я пытался назвать и «Война и мир», потом выяснилось, что лучше там все, что автоматы, гитары. Я залез в интернет и удивился, сколько под этим брендом, чем не просто автоматы, гитары, а речь делают музыкальный инструмент, который автоматы, гитары. У него ствол как гриф, приклад как дека, там все это дело в виде автомата, но струны и электрогитары, и сколько там таких. А то обнаружил по мне нас Россия. И название в Санкт-Петербурге и здесь. Везде и всюду. И подумал, это одна из причин, а почему, собственно, я должен раздавать там, чтобы все счеты пили, еще при этом переделывали, да? То главпур мешает, тот кажется, что это неправильно, и напишет еще хуже чего-нибудь там. И почему я должен... Ну, честно говорю, меня упрекнули в том, говорят, Морозов, ты что раздаешься, ты ж чего, блин? А подумал, чего это, если просто так? Ну, я решил, и все мысли решили, так что нам нужны деньги на то, чтобы к 20-му, я же обещал, это будет сделано, задержка была только за мной, к 20 декабря, вот все изложены, песни, тут стихов полно новых, которые, и новые песни есть. Будут диски, как приложение к этой книге, вы их все получите. Мы найдем типографию, которая делает диски, кто делает диски, кто там делает, все это сделать не будет. Объем огромный. Значит, одно из предложений. Мне нужно просто сейчас, вот у вас еще последний технический вопрос. Скажите, пожалуйста, или руки поднимите. Значит, у кого читаются диски CD, программа такая, CD-шники? Много, да. А DVD? Столько же. А MP3? То есть... Ольга Алексеевна, тут все есть там. Тогда, может, просим, а у кого MP3 не считается, только в машине, или в машине нет, не считается. Да хотим, чтобы у всех было просто. Нет таких? Так что MP3. Вот. Вот, спасибо. Здравствуйте. Вот спасибо, значит. И вот эта книга разделена на две части. Ну, во-первых, я подумал, что не надо тут дробить и везде как-то. Вот это Мария Ивановна, это там, не знаю, кому там, еще чего-то, все расписывать. Поэтому первые чисто афганские песни, только написаны в Афганистане несколько лет после него и до последнего времени. Я нашел то, что считал потерянным, что-то искал там в Москве, в архивах там, и нашел на каких-то выпуклых листочках еще несколько песен, в общем,
конечно, недоделанные, не успел. Они будут написаны и будет песня. Там был совершенно потрясающий случай, афганская елка, что это за елка была там. А второй называется, где называется «Фронт без линии фронта», там тоже длинная, надо же на ней работать что-то. Я же не умею, как мои друзья некоторые, 10 стихотворений в неделю и одно гениальное. Как-то не люблю это, я люблю как-то подумать, покурить там, посидеть, что там пишу. А вам спасибо еще за то, что такие песни, как «В горы в белом снегу», и вы простите за испытания такие, которые вам доставил, но мне надо было точно знать, а я, дорогими, по вашим глазам реакции знаю, где тут фигню написал, где тут чего-то, я ее раз 6 переделал, в конечном итоге вам она известна. Тот, кто черновик у меня забрал, друзья мои хорошие, все это размножил, поет. Ну, не знаю, вот тут только подлинные тексты. Вы потом сейчас дальше не обращайте внимания, Том, потому что это авторское право, автор-исполнитель. Иногда мы забываем чего-то механически, автоматически какую-то рифму похожую включаем. Потом тексты никогда написанные поэт никогда не совпадают с тем, кто пишет потом песни. Не все же написал хорошие стихи, но композитор, который будет делать их, он обязательно что-то исправит, чтобы получалась песня. Не из всех стихов получается песня. Поэтому во второй части я хотел назвать, как я хотел назвать, вот сначала «Война и мир», вот тут война, афганцы, мир – это все, что без войны. Но не получилось, потому что залез я в историю и получил, что без песен об Отечественной войне, о гражданской войне никак. А второй мировой войне там, ну никак не получается. Поэтому не упрекайте заранее, что, допустим, батальонная разведка. Я написал, в каком году написано, чтобы не было там 75-й год, посвящено моему отцу и фронтовым разведчикам. Но эта песня, она была... Я встречал в своей жизни, фронтовые ребята, да? Они не поют куплет, рвали проволоку, брали языка из афганцев. Это удивительно было. Да где там языки? Какие? Не знают, что такое языки. Они не смотрели фильмы, значит, хорошие, не знают, что взять языка там. А кого взять? Источник информации, так. Да. Спираль Бруно никто не резал. Ну, боевые знают все, что это такое. И мне упрекали, не упрекали. Да. Ну, пели, тем не менее. Я давно уже говорю, что это... Там не указано, когда она написана и кого. Считают афганской. Хорошо, хорошая песня получилась, добротная. Батальонная разведка вечная штука, всегда есть. Но вот делить, что вот она написана в Афганистане, это неправильно. В 75-м году, я просто рассказываю песни, еще буду рассказывать. В 75-м году, которым я за эту песню первый раз попел на собрании ветеранов. Маршал Батов тогда возглавлял Советский комитет ветеранов. Все позвали, а я великовозрастный дубин уже там. Значит, был, да, институт закончил и сидел, ждал, когда 3 месяца ждал, пока мне допуск дадут в конструкторское бюро, куда после банки отправился. Ну и написал. И она, эта песня, я как-то говорил, чего я там, послушал я песню. Прожектор шарит осторожно по пригорку. И вот, что-то меня толкнуло, вот это, а что мне написать про батальонную разведку? Вот и написал ее. Первый раз я спел ее так откровенно, в Афганистане она разошлась. И я рад, я просто за то, ну, за честность. Да, рвали проволоку, не все мошнули, брали языка. А как без языка-то обойтись? Чтоб пленных не брали? Хотя меня за это тоже наказали, это переделки было. У меня есть, но в незримых фронтах песня, да? Ну а что тут странно, на войне? Ну где переделали умные люди какие-то там в больших чинах, в лампасах. У меня там было смешно получилось. Они... Значит, написали там, мне слово, значит, пленных не брать, значит, будут дела, значит, будет стервятником пища. Вон зеленую ленту ракета пошла, мы идем к тебе, слышишь, дружище? Это на, вот, стихи и песни тоже есть. Но кто-то познает зверское там. И там понятно, что друг на ничейной меже принял все случайную пулю. Убитый уже друг. Его вытаскивать оттуда надо, а потом карать всех, кто там в ущелье засел. Но написали там, пишут, исправлено. Что ж, мужайся, мой друг. Какой к черту мужайся, он уже мертвый лежит полсуток там. Что значит мужайся? А я вижу каблук на его сапоге через главный значок перископа. И много другое. Так что это мелочи еще, земля Афганистана, чем ты. Чем земля виновата, что туда пришли?
А вот великая держава. И виновники, наши все, мы же тут сидим все, вот, и кто воевал, но мы все политические ошибки, или 9 политических ошибок. А где этот троечник-то, который ошибался политически? Во время Сталина поставили бы к стенке, мгновенно, как только народ открыл, кем-то не будь, да? Политическая ошибка. А отвечать за нее солдатам приходится. Но это другая уже тема совершенно. Политику мы сегодня затрагивать не будем, но ее к черту, тут в ней дело грязное. Противная и сплошная ложь. Как не послушаешь этих вот говорящих голову. Это мне профессионалу объяснять про танки, С-200 ракетный комплекс. Да я сам по выпуску. Лейтенант ракетного комплекса С-200 ПВО страны. И конструктор танков военных. Моя специальность вторая. Что мне рассказывать про армату? Что за 3 дня? Поразило меня, только извините, не могу. То, что я насмотрел, знаешь, с кем поделиться там? Жена уже говорит, ты чего там? Он говорит, она все жалуется, что муж у меня по ночам с телевизором разговаривает. А я плююсь, я вижу некоторые рожи, мне не хочется смотреть, а слушать-то эти говорящие головы, тем более. Сопляк, который в 91-м только в пелёнках еще кувыркался. Ты чего рассуждаешь про то, что было-то? Ты видел. Кто не был в войне, начинает говорить. А там был. Ну, начнем с этой песни тогда. Или сейчас скажу. Ольга Алексеевна. А мне шпаргалки не принесете на всякий случай, нет? Сейчас. Просто песен много, блин, я не забываю. А ведь обещал без помарочки. Я знаю, что подскажете, поможете мне сути, но все-таки лучше на презентации как-то там. А вообще смешная история с этим. Ой. Эти курьезы. Вот эту песню вы знаете. Песня не моя, я просто первый спел ее в Афганистане, она написана подражание Киплингу. Опять тобой дорога, желания сожжены. Кто-то стал петь по слуху. Там было 13-м солдатам умру наплевать, поют. Думайте, 13-м солдатам на руки наплевать. Это как? Это как это вообще? Это можно. Но ведь поют, не думая, чего поют. Вот это не люблю. И вообще афганская песня авторская, в большинстве стоит. Вообще авторская песня нечто другое. Это разговор по душам с небольшим, не с залами, не с кремлевскими дворцами. Это как мы сегодня с вами. Так, в хорошем смысле камерное должно быть исполнение. Когда ты видишь глаза в глаза, когда ты понимаешь, что это чушь собачка, а когда начинает смеяться, не потому что как песня смешная, а потому что какая-то чушь морозит, которая не бывает то, что и быть не можешь никогда. Авторская песня другая, это не поэзия. И это, где вокальный инструментальный ансамбль, обидеть не боюсь своих братьев, это уже шоу. Это уже. А если девочки еще с подтанцовками там поют в бикини, это вообще бордель, от слова бордель. Нет, я просто, когда меня называют бардом, я говорю, ну, один бард, бард, два барда, а 3 барда, товарищ, это уже бордель. Так вот, там, автор. Городницкий говорит, что автор. Я просто никакой не бард, я автор, исполнитель собственных песен. Городницкий, который для меня символ вообще и той, и 60-х годов, и до сих пор. Дай ему Бог большие годы прожить. Замечательный, гениальный человек, умница. Так что вот... Так называется эта первая половина. Сейчас прошу прощения. Теперь уже как-то. Ну ты выбирай тут. Либо вас видите, либо буковки. Либо буковки, а вас не видеть. А если запнуть, подскажете. Знаете анекдот, да? Когда в отставку уходит полковник, 30 лет прослужил. Ну, надо же как пройти диспансеризацию напоследок, да? Дом отдыха, реабилитацию, все отпускают гулять, зарплата идет там общая. И только потом сказать большой привет, а тебе скажут, спасибо за службу, и ты пошел. Так вот анекдот, приходит к окулисту полковник, неважно каких родов войск, и ему говорят, показывает окулист, палочкой тычет, вот это что вам, смотрите. А это что? А другим главным? А это не знаю, не вижу. Нет, не знаю. Вы что, говорит, совсем ничего не видите? Да вижу я, доктор, вижу. Только как называется, я забыл.
Вот тут, тут примерно то же самое. Ладно, ладно, попробуем. Специально очки-то купил, чтобы видеть. Ладно, не важно. Смещение поля возрастные. Всем известно. Главное, вижу, чего надо. А что не надо, чего вы видите? Автомат и гитара на Афганской войне. Кто-то скажет, не пора, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить, вам когда-нибудь в рейды доводилось ходить? Вы считали недели до отлета домой? Вы когда-нибудь ели сухпаёк фронтовой? Не в туристских походах, не в лесу у костра, там беднее природа, да сильнее ветра. Там бывают пожары, и в жестоком бою громче всякой гитары сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня? Если это скучалость, вы поймете меня. Да, романтики нет там, есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, кто-то верил в любовь, кто-то знал, что вернется, да упал под огнем и струной отзовется наша память о нем. Не изучены свойства наших душ на войне. Кто-то бредил геройством, а мы пели про снег, про края, где родились, да прошили с берёзд и совсем не стыдились с пылью смешанных слез. Вам, неведавшим вроде, нет причины тужить, вы спокойно живете, нам уж так не прожить. Нам не выйти из боя, не вернуться назад и гитар не настроить на лирический тон. Боевые гитары, я вам песню пою. Да, гитара не пара, автомату в бою. Но поправ все законы, в этом мире скупом вы горели в колоннах, заодно с игроком. Вас дырявили пули, и осколки секли, грифы тонкие гнули, да сломать не смогли. И вдали от союза вы в руках у солдат доказали, что музы на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, нетипичный дуэт. А я не думаю спорить, петь о том или не петь. Мне гитару настроить, надо к бою успеть. Это старые песни, вы их знаете все, я просто... Просто понял. Он был здесь, помните, ему выключал свою медаль, да? Что, Саша, вертолетчик, он переехал в Россию. Тут мне мать, тут моя сестра, он сбежал. Набежал, уехал с Украины, полковник УВС, героический вертолетчик, полковник орденов, но про него уже рассказывали. Он не смог приехать сегодня, потому что все занимается еще оформлением. Но он приедет обязательно, и книжка передана. И вот эта песня. У нас были друзья, но вертолетный полк,
вертолетом две эскадрильи, которые у нас, значит, да тоже мы жизни обязаны. Потому что тогда, простите, ребята, 860-й полк в лице подполковника Ратвиняна отказался за 10 километров топать ночью в рассвете, если вдруг на нашу виллу нападет. Несмотря на то, что были партийные советники, комсомольские советники, ХАДа, и сидела, все это захоронило, оперативно-боевая группа наша «Каскад» Бадахшан. И только, если кто захотел бы уничтожить, гранатами скидали, никому нет, тишина, ровно. А вертолетчики, побратим, когда Вадим, покойной памяти, Вадим, и который тоже покойный вместе с ним погиб, Камеско погиб, Голобалабанов, Виталька, они сказали, хоть и выпили мы все там, и съели, я пожалуй, что спасает нас, нет, мы с чего. А он, ты помнишь, сказал, как-то, сейчас поднимаемся, дурсами вычесываем пароход, вместе с этим городом и всеми остальными, советников не берем, никого не берем, каскад вывозим. И лучших друзей не было. Были друзья, если советников, конечно, много, и среди военных советников. Были друзья, которые навечно остались друзьями, даже они ушли из жизни. И в полку были друзья, и в разведках, там много было разведок, и все, но на этом разведчик, ой, это они все живы были, вот чего, есть фотографии. Это новогодняя ночь, значит, с 31 на 1, с 31 декабря 82 на 1 января 84, мы праздновали в эскадрилье. Мы кого-то одного оставили, он, ну, там, командой навели, потом присоединился, там, другой поназамен. Ну, мы здорово выпили там все. Было даже с кем потанцевать, там продавщица из Вейнторга опять как чудом оказалось, погоду и задержала там. И песни пели, я писал и начал писать. Все были живы. Все еще были живы. И Вадим был жив. Виталий Балабанов. Я не знал, что так уж. Я не думал. Мы с ним думали, у него родился сын. И мы почти одновременно с моими, чуть помоложе, и мы решили, что когда он окончится, мы сядем с женами на машины и поедем вдоль всех границ Советского Союза. И заедем в Афганистан, куда можно. Но ничего не получилось. Вот опять летим мы на задание. Режут небо кромки лопастей. А внизу земля Афганистания. Разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания. Разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное. Вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты алый высветят право на посадку и на жизнь. Ни к чему гадания и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. А вот
дальше первый раздел называется «Страна в Афганистане. На войне, как на войне». И там только один афган весь собранный. Новые песни, вы их слышали, но кто-то, может, и не слышал. Я их спою, которые были... Меня же заставили мои администраторы копаться в архивы, дописывать. А это сложно, потому что ощущения не те. Ну, понимаете меня, да? Что-то забывает, чего-то там. Но если есть состояние души, то душа там вроде как бессмертна, но как-то там уже по-другому оценивает и сам Афганистан, и все это такое, и остается горькая память погибших друзей. И тяжело писать и дописывать то, что написано 30 лет назад. Еще тяжелее 50 лет назад. Я потом вам расскажу и спою, что там было 50 лет назад. А вот эти старые новые песни, ну, тоже спасибо, и вы мне помогли их довести до отлакировать, провести до конца, сделать их как бы приемлемыми. А вообще, вот там у меня рефрен был, я не знаю, не помню, вошел туда или нет, в эту книгу. И с кавказским песням у меня было 4 стишки. Да? Вы извините, я и стихи буду читать, потому что надо же как-то рассказать. Они, может, будут как-то песнями, а может, и не будут. Вот такие. Я хотел. Да, там было написано много чего-то, это было начало всего-навсего, но так было. Я туда вложил смысл, наверное, поймете, в чем смысл. Это первые песни, которые тут были написаны здесь, и после войны сразу, когда тут у нас боевые друзья, мы еще никак не могли расстаться, все в этой радуге, в лучшем глазе, все сидели, собирались, каждый божий день, и не могли друг от друга. Вот. Мы с друзьями, вот, пятером как были, так и вот, никуда. Ну вот, уцелевшие чудом, мы гордились погибшими. И в случайных девчонок влюблялись всерьез, пели им про войну голосами охрипшими от дешевого спирта и непролитых слез. Я потом подумал, что не надо больше ничего писать из этой песни делать, и это для меня стало как бы девизом вот всех афганских песен. Там другие, но я потом прочитаю. То вот теперь я вам хочу песню, которую вы знаете. Вы знаете, это песня первая, а людей 860-й порный. Когда просыпаешься, выглядываешь там, и вокруг тебя горы. А это предгорье Памира. И лазить туда за караванами, на Бахарак куда-то ходить, еще что-то, десантная операция, еще тут, значит, вот такое делать. Придется тебе, потому что ни десантуры нет, ни спецназа уже нет. 860-й полк своими батальонами утюжил скалы и даже пустыни, я вывел адресы, и все, и и вот этот вот, когда называется она, эта песня, она называется «Маршрут судьбы», эта песня называется. Там действительно ничего не понятно, в горах вообще ничего не понятно. Вот есть точка, куда надо долезть, что-то там обнаружишь, там неизвестно. Засада будет, неизвестно, что-то будет, но есть приказ, надо выполнять. Была в результате желания необъяснимого командира полка 860-го, хотя он был моим другом. И он честный был, упоряжный офицер, но надо было думать. Лезть на Бахарак, где никто никого не трогал, там первый батальон операции погибло, но за Ордевской бойни, кто помнит это, то знает. Так вот, это размышление. Ребята, которые... А что делать? Сиди, кури, сейчас придет приказ, соберемся быстренько и двинемся. Маршрут будет, а чем закончить, ничего не знаю, но делать надо выполнять. Поэтому так вот. Маршрут судьбы. На востоке области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван. С тобой идти за караваном, а пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский Памир, у предгорья горного Памира, где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршрутах судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. К генералу вызван командир, у
уточнят маршруты и задачи. А мы сидим, глядим на этот мир. Наш маршрут пока не обозначен, а на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат, увеличить требует БКшкин БК-комплект, знаете, да? Орлам, что в воздухе кружат, с высоты он кажется букашкой. Орлы добычу стерегут, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту. Где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. И внизу раскинутся поля стеганым лоскутным одеялом. Скудная, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, просвистев надужанно винтами. И ребята станут на маршрут к точке где-то там под облаками. И на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Новая песня, но вы понесли, я же пою в окончательном варианте эту песню. Еще вот для чего вот эта книга была, чтобы все четко авторское. Можно все, во всяком случае, ввести запрет, забить, забанить все это дело, чтобы никто не уродовал, никакие главпуры, которые никогда не подчинялся. И сейчас, тем более, сейчас есть он, есть. По-другому называется работа там с этим. И все пытаются пятачок во все, но я не связан с армией. Я вообще пенсионер. Хоть военный от Министерства обороны, но никому не служу. Имею такое счастье. Только вон, и Россия. Вот и все. Это вот такая песня. Я почти позабыл все бои и походы. Только вот почему-то забыть не могу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Мы карабкались ввысь, как на исповедь к Богу, прощая грехов ни себе, ни врагу, и глядели на нас молчаливо и строго горы в белом снегу, горы в белом снегу, и глядели на нас молчаливо и строго горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег, что веками лежал на вершинах, где ни труп не сыскать, ни проезжих дорог, покорился ни танком, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. Покорился ни танком, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. И тогда загорелись огнем перевалы, и от взрывов трещала броня ледников, и в жестоких боях на
земли не хватало, в этом мире огня и холодных снегов, и в жестоких боях. Там земли не хватало, в этом море огня и холодных снегов. Я немало ходил по морям и по сушам, и в чужой стране на чужом берегу вспоминал почему-то хребты Гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Вспоминал почему-то хребты Гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Там в больших городах плещет море людское, от потока машин нескончаемый гул. Закрываю глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Закрываю глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в море небес, невозможное чудо, словно в пене волна замерла на бегу. И покуда я жив, никогда не забуду эти горы в снегу, эти горы в снегу. И покуда я жив, никогда не забуду Бадахшанские горы в жемчужном снегу. Значит, я с удивлением узнал, мне Юрий Алексеевич наш замечательный прислал графики какие-то, знаете, как в школе. А я не знал, что это такое, пока не написал. Сначала написал: «Ура, идем на рекорд». Потом написал: «Ура, есть рекорд». Чего, где? Чемпионат мира, никакого отношения там тоже, куда мы там есть. Оказалось, это песня 24-го года войны. Он же Европу отслеживает все, значит, Алексеевич, на всех там авторские песни, он все. Оказалось, что, ну, я уже забыл когда, но в этом году она заняла по рейтингу первое место. Ну как я могу вам не спеть? Это замечательная песня. Да? И сам себя похвалил. Нет, не я, это он сказал. Вообще-то с песней надо было... Чего еще? Почему песня? Текст написанный. Вот Ольга Алексеевна, она же выискивает все в интернете. Чего хочешь, может, она может найти. Все, любого установить, найти. И тот, значит, и мой брат, там, в Мюнхене названный, он сказал: надо же, а ведь этот кадровый сотрудник был сам ЦРУ. Надо же, 2 месяца искал я чего-то там в интернете, нашла за 2 дня. Так что вот она. Вот с ее помощью и увидел, что, оказывается, тот прислал, кто-то в Японии ее поет. Кто-то из Казани, но поет в Японии. Из Казани, да? Из Харькова. Из Харькова, но поет в Японии эту там песню какую-то. Ну надо же. Что в Германии поют, я знаю, что поют в этот самый. В Америке я знаю, то, что рукопись туда отдавал, в Германии. Там брат сидит. Вот и эти книжки, вот эти вот. Он сразу себе заказал, одну ему, другой профессор истории сидит, там замечательный медрок Иван Иванович. Говорит: куда? Он говорит, брат говорит: национальная библиотека США. Так вот, зачем? Он говорит: надо, там есть большой русский отдел, надо туда, он меня отправит. Ну, ладно, еще где, еще чего надо. Ушла туда книга тоже. Зачем? Ну, не важно, это там. Зачем супостатом этим песням? Не важно. Пусть читают, знают, что нас санкциями не взять. Да мы лучше революцию устроим, чем загнемся под санкции. Новый 17-й год. Вот. Чего нам? Мы такие же, да? Мы же такие же. Нам-то еще нигде нельзя и нельзя, нам все можно просто так, для интереса. Так что... Вот эта песня, значит. Да, были живы все еще. Вся эскадрилья была жива. Thank you.
Опять же, это 4-й год войны. Он только начался еще. При нашем непосредственном участии. Мы вокруг елки все пьянствовали, гуляли, потом заснули. Ну, проснулся где-то ранним утром, смотрю, до мной стоит дух какой-то с бородой, с челмой, с кремневым ружьем. Инженер он меня орет там. Все, подъем, я думаю, пистолет. Я сдал же я все. А это по кличке Гиви Вовка Соловьев из эскадрильи. Кличка Гиви почему-то была. Он надел на себя парашют. Он нашел где-то, приклеил бороду из мочалки, замотал полотенцем каким-то голову. Рожа так была загоревшая, он еще чем-то подкрасил ее. Камультук трофейный, такой однозарядный, кремневый у него в руках. Он повесил, а на шею новые выдали летные ботинки только. Он повесил на шею. И в этом виде стал меня, мол, вставай. На фотографии мы вместе. Из фотографии стоит рядом Вадим, который потом погиб. Капитонов Сашка, который был там. Ну, вся эскадрилья. Ну, вы знаете, он рассказывал, капитонов и Коля Комиссаров тогда. Полеты были отменены, и Зуман еще такой-то. Ну, уже... Наши всегда делают то, что никому в голову не придет. Он взял да полетел с раненым лейтенантом и капитаном. Отвез. А у него день рождения был 31-го капитана. Отвез, он полетел, отвезли туда его комиссара, капитана, и лейтенанта раненого сдали, там выпили за день рождения, вернулись в Изопад, уже как-то так залежали, под утро все продолжали веселье. Так вот. А вертолетчик, звали его Леша, я не помню, как его в эскадрилье. Ну и песня там была у них замечательная, он играл на гитаре, хорошая песня. Сейчас помню. Нет, первая песня была, они все пели, это у них была стрывая песня, 4 человека выпивали, забыв про все дела. Они и выпивали, и летали, им комната кабиновая была. И капитан, над рюмкой склонившись, и Марию звездочку в бокал, а завтра он отдаст ее 6 сынишки. Ведь летчики не носят ордена, на летном поле звания равны, на летном поле мало козыряют. Нам, а в воздухе погоды не нужны, летчик и маршал летает, вот эта вот песня. А вторая песня лирическая, она странная. Та-ра-та, па-па-па-па-па-па-па, па-па-па-па-па-па-па-па. Убиты глаза зеленые, изумительно пел, это вот тот самый старший вертолетчик, фамилию я не помню. Он играл, пел на гитаре. Не слышен, не весом. Кружится снег над крышей, затянут в облака. Полночный небосвод звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году? Дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка, да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска, да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь вальс над древними горами, не слушая войны, не ведая
границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нет в звуках фальши, кончающийся год не зарастет пыльем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше, а мы тебе сейчас громко подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем, не слыша небесом, кружится снег над крышей, затянут в облака полночный небосвод. Звучит случайный вальс над модулем притишек, и под его мотив приходит Новый год. И премьер-министр взял вот так, намахал, в общем-то, и все посчитали. Забыли сказать, что попытка англичан два допроваривалась, они хотели там Афганистан, потому что Афганистан разбить еще два, чтобы знали, просили тоже. Но в 20-м году Советский Союз подписал договор с Абдулла Шахом Афганистан и ввел туда войска. Пишут, что он обманил. Вел целую дивизию чекистов, переодетый или что-то. Неважно, этого хватило, чтобы англичане отказались от третьей попытки. А так две битвы при Майванде, и мои предшественники, командиры, много чего осталось от англичан, как сувениры, оттуда возле дворцов Армина, но в Вашингтоне хранится. И пушки твердые, и ручки от древней, это чего? Вообще, чем факт? Древние сабли железные, это мой западный университет. Это такую саблю с чистого железа сделали. Человек натуральный 12 лет какой-то. Звался на победу. А потом отобрали и запретили чемпионат свести в пользу Афганистана, культуры и ценности и забрали. Вот. Песня написана позднее. Но мы и были там, по хребтам Гиндукуша, а везде так. Слева, справа и внизу. Это все линии, начертанные Мортимером, премьер-министром Великобритании Мортимером. За линией
веранда не утихает гром. Там ни свинца, ни жизни, ни жалея. Гремит война афганская в горах и в доме том. Рассвет встает кроваво пламенея. За линией веранда кончается судьба. И снова начинается с Кабула. Там соль на наших спинах и пепел на губах. И солнце, обжигающие скулы. А ты не торопись, удел оплакать мой, читая между строчками в газете. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. Линии Дюранда и другие враги смешались беспощадные этой драке. Ревут броди машины, крохочут сапоги, и сердце бьется ритмами атаки. За линии Дюранда мы старше на 100 лет, здесь волосы седые не в новинку. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. Мы сами разберем, кто трус, а кто герой, кто прав и кто не прав, и что кто в ответе. А ты меня ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. За линией Дюранда все проще и мудрей, здесь за чины не выторгаешь славу. И братство по оружию религии своей мы выбираем здесь не по уставу. За линией Дюранда для смерти нет преград, но ты не верь, но ты меня послушай. Со мною локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за гиндукушем. Со мною локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за гиндукушем. И ты не торопись, удел оплакать мой, читая между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. Которые... Спасибо, что приняли их в печать, а не печатали. Другие не принимали. Вот из-за этого. Я сейчас прочитаю ключевые. Да? Но уже от нашего замечательного друга товарища, еще раз низкая хвала, ничего не спрашивал. Взял, прочитал все и взял все напечатал. Ну, давайте. Мы вышли из возраста. Так. Мы вышли из возраста, брат, когда верят в правдивость слов. Слова не значат, брат, ни черта в стране глупцов и лжецов. Они нас снова пошлют на бой, как гонят на бойню скот. И каждый павший будет герой, а выживший наоборот. Снова дадут тебе автомат и скажут, кого стрелять. И снова встанет на брата брат, обоих отплачет мать. Вернешься на родину, словно гость незваный. Встречай, страна! И бросят тебе, как собаке, кость, медали и ордена. На грудь повесят значок пустой и скажут, гордись, носи. И скажут, радуйся, что живой, а большего не проси. А вера с надеждой останутся гнить на том берегу реки, где родину нас учили любить, как это ни странно, враги. Шуравей или моя группа специальное значение была, или просто разряжал по всей стране, везде. Ну, от Кенигсберга до Сахалина. Там Кунашира, Туруп, там все. Кушки я не был, но в Термезе это, да, считаю, что это южный для меня. Но зато был на севере, в поселке Мирный, за Полярным кругом. И встречался с афганцами.
удивительными людьми, разного возраста, разных чинов и званий. И вот здесь, когда я стал пирать, нашел замену записку. Он капитан, я не знаю, это было очень давно, я не помню, даже в начале этого века или в конце прошлого. У меня было хорошее настроение. Вышли серия, нет, это тоже мем. Серия кассет, она называлась «Сельский романс». Мне, значит, в качестве гонорара целые штук 20 дали, там, я понес домой, по пути всем знакомым. А вот у церкви, тогда еще не было церкви, Мартыны, мои тети, как ее, Матроны, да? Там еще не было, там обломки монастыря были, там, ну там сидели и сидели. Двое пьяных мужиков, лет за 40 таким, ну, я его запределил, на самом деле, может, и меньше было, но они пьяные были. Они... Не было третьего, а я такой пошел, бутылку купил эту, но там я не про то. Выпили мы с ним, и один был афганец, он мне рассказал. Он много прошел горячих точек, но дольше, что он сидел в Афганистане. Он был капитаном, и никогда он не стал майором, потому что был неуживчив с начальством, не умел навязать сапоги, солдат его любили, обожали, он никогда не сдавал своих солдат, то он рассказывал. Но какая же ему академия, капитанов не очень туда, и он там, ну, и все, и уволился, в конце концов, уволили. Пьет, сидит с друзьями, но он пил и не пьянел, он седой, какой он пьет, конечно. Историю я изложил коротко. Грустная история. А мой прошлый пел один раз, по-моему, плавно. Коротенько. Как и вся его личная жизнь, то есть вообще не похоже. Военная длинная, а личная. Просто мерки. В час, когда осенние туманы бродят у раскрытого окна, загрустилось что-то капитану, вспомнилась афганская война. Загрустилось что-то капитану, вспомнилась афганская война. 8 лет ветра его носили по дорогам горной стороны. Вот и возвратился он в Россию, ни друзей, ни дома, ни жены. Вот и возвратился он в Россию, ни друзей, ни дома, ни жены. Старый друг погиб под Файзабатом, новых заводить остыла кровь. 5 ночей сестрой из медсанбата, вся его случайная любовь. 5 ночей сестрой из медсанбата, вся его военная любовь. В позабытых богом гарнизонах он тоске сдается без борьбы. 8 звезд на стареньких погонах, вот и вся галактика судьбы. 8 звезд на стареньких погонах, вот и вся галактика судьбы. Она показательна, мне кажется, эта песня. Это из афганцев и офицеров. Кто спился, кто на наркотиках, кто-то на разборках 90-х погиб. Там. А родине мы нужны, не всегда и будем нужны. До самой нашей смерти, нашего рождения. Мы не нужны правительству, не нужны олигархам. Ну, ЖКХ только с нас брать. Ну, вот эти люди. А сколько друзей у меня в иностранный легион уехало? Из Вимпелов в том числе. То что здесь не нужны профессиональные диверсанты, профессиональные воины, стрелки в чужих странах, в иностранный легион. А царевы волки, царские волки, в Сербии воевали, царские волки звали наши паровольцы. Они по всему миру, как всегда было, и всегда. Посмотрите, 17 век, Америку это чертову спасли. Но история есть, просто в школах не преподают, флот был. И гвардейцев послали туда, здоровущих 2-метровых. Царь послал. И все. И Испания захлопнулась, только Куба и осталась, ну и с Кубой-то не дружили, конечно. Кто бы без нашей помощи, это Америка. Сейчас она выросла. Весь мир на костях солдат наших, русских. От Африки до Японии. И вот здесь, вот таких надо бы, знаете, не проворовавшимся киндер-сюрпризом героев вручить.
И не футболистам, которые эти просрали все вот это дело, всех чемпионы делать. И уж не тренера такого. В 1/8 молодцы. Вот эти люди, они готовы жить, сражаться, без семьи, без дома, за родину, за родину. И больше ни за кого, ни за партию, ни за правительство. Но таких уже не делают почти. Нет, делают, я знаю много личных людей здесь. Но это старые наши, имперские, советские закалки, сделанные вот как голова. Броня, непробиваемая ничем. А как в той песне? Мы закрыли броней первоклассную броню. Так вот, но в политику я не хотел влезать, просто эту песню, надо же про нее историю рассказать как-то. Да. Стихи. Ну, это мои ощущения, так сказать. Это я уже не лирический герой, а личная. Деревенская тоска. Это еще не совсем деревенская. За окном гудит метель, ветер ставни рвет с петель. Заметает все пути, ни проехать, ни пройти. Доехать мне куда? Не одеваться некуда. Ничего я не хочу. Водкой рос тоску лечил. Спиной три войны. Виноват и без вины в том, что не погиб в бою, за погибших третий пью. Не берет меня дурман. Не дрожит в руке стаган. Да все в порядке у меня. 23 февраля. Значит, мне тут брат мой в Мюнхене искал полгода, где этот Карамунжон. Нашел, похоже, его в Монголии. Я говорю, ребята, ну так произносилось же, вот скажи, да, мы все, вот 60-го есть там город. Он читается, да, русский там, Куроно дефис, о, дефис, Бунжон. Но местные на фарси, на даре, они говорят, Карамунжон. И вот меня пытали, значит, почему там не так написал. Ну вот, спросите, там, пишите, как на карте Генштаба, а местный только так называют. Ну, значит, вот такой вот. Два их этих самых. Перевала Карамунжона. Первая. Дыра, много горов и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазарит там навалом, а еще басмачи. Нам их надо выбивать, басмачи Афгана, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи Афгана, вашу мать. Там душманский отряд под командой Гулдода, а у них, говорят, зажигай минометы, только нам, парванист, нам на это наплевать, зажигай Афгана, вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать, зажигай Афгана, вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана, мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана, мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твоего Афгана, мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твоего Афгана, мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою, Афгана, мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, их лазурит твою, Афгана, мать.
деньги вам, кому нужно. Нищий на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжон, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Перевал Карамунжон, здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженное дикое эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженное дикое эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше. Жизнь оценивает заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погонах, но ни этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжон, нищий на карте мира, на 200-ке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Поскольку здесь стихи пока только одни песни, да я вам предисловие, они вместе. Кто песню пули слышал хоть бы раз, поймет, просите каждого из нас. То в мире нет прекраснее напева, когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падучая звезда, с последним ощущением тревоги, она тебя отыщет среди многих. А потому под пулями не гнись. Не удлинишь таким маневром жизнь. Надо просто двигаться вперед, сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. Вот она, песня пули, собственно. Придет песнями земля от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышел друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышел друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Мы узнали, старина, как умеет ведь петь война в Кандагаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. Рикошети от земли, пули прыгают в пыли. Вон фонтанчики кому-то потянулись, недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню пули, песню пули. Недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню пули, песню пули. Было дело, бой гремел, каждый честен был смел. Там не дрогнули и вспять не повернули, ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Не за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули.
Эта песня была написана вторым и третьим заездом в Афганистан. Она называется «15 человек». Потом, после 95 года, я придумал там продолжение. Ну, злость тогда просто, не за себя, у меня вроде все нормально. Все за Русь. Семья всегда здоровая, я все нормально. Но я вижу другие, в деревне родные, афганцев было много. У нас зарубится. Что происходило здесь? Нет. Когда неизвестные никому люди становились героями, вопрос, за что? А тот, кто не стал героем, мы знаем, почему он герой, а он всего не стал. По разнарядке я это видел. Видел и знаю многих людей. Кто-то решил, что теперь может людей учить. Ни за что получил герой Советского Союза, которого тогда уже не был Советского Союза. Он теперь батюшка, миссионер в Кыргызстане. Креста на нем нет, но герой висит в Советском Союзе. О чем он рассказывает? Еще песни поет. Ладно, не буду называть имена, обещал не называть имена. Пятнадцать человек, нас много или мало. Узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда ж еще короче. Нам топать предстоит почти что в Пакистан. И выйдем на рубеж к исходу этой ночи, с налета захватить с оружием караван. Нам комполка сказал, что будут нам награды, и тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал, я верю вам, ребята, но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы, полночи позади, и главное успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни бузмачей торопятся на смерть. А они доплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру строим отходняк. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Продолжение. Не помню, где его вообще было. Тогда тоже прошло. Начался то, что у нас называется перестройка. Я просто не устаю писать листец. А ребята, ветераны, друзья мои, женщины, а не кажется ли вам иногда, или у меня в шахте заряд, что мы афганскую войну притащили сюда, и в 90-х годах, всего два года спустя, началась эта дрянь, которая сейчас происходит. И войны начались, которых никогда не было. А ошибку мы повторяем. Нам не надо вылезать в чужие гражданские войны. Пусть друг друга режут. Не русской кровью должна быть политика. И так вся земля уже в нашей крови летит. Но это опять политика, я обещал. Так, продолжение песни «15 человек». Вот теперь 15 человек. Сергей Кузнецов, хороший мой друг, он тоже автор-исполнитель песен, замечательных там песен, выступает. Вот один из групп Сергей Шавров здесь присутствует, друг еще мой товарищ Сталин. Да? Тогда эта песня посвящена ему. Ну, там будут слова, поймите почему, потому что он водителем был в Афганистане. Да? Боевые водители. У меня несколько песен написаны боевым водителем, шофером Афганистана. Это тоже кровь войны. Наливники и машины с продовольствием с этим. Ну, вот. И закончилась война. Да здравствует гражданка. Герои всех времен кого-то назовут. А ты давай крути, верти свою баранку и жди, когда опять на бойню призовут. А ты опять давай, крути свою баранку и жди, когда опять на бойню позовут. А
те, кто за тебя судили и рядили, кто за твоей спиной разваливал страну, заявят там тебя, напрасно не добили. Так вот тебе приказ на новую войну. И снова, как тогда, полезем мы по скалам, и снова, как тогда, попробуем успеть. А новый комполка получит генерала, а красный замполит успеет побелеть. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Ладно, эта песня тоже, только потому, что я никогда не любил ее петь. Но заставили. Ненавидит ее, я тоже не люблю. Нет, не мою супругу, которую ее ненавидит, а эту песню, которую я написал. Вот она здесь сидит, 43 года, привыкла ко всему. Да, привет, Ольга. Привет, Ольга, всем. Ольга Леонидовна Морозова. Алексей. Привет. Прости, что я не добежал. Нет, я добежал, все нормально. Видишь? Живы, благодаря ее хлопотам жив я до сих пор. Не дает спокойно поспать. То таблеток, то уколы. Ужас, ужас ходячий. А я ее люблю все равно. А, кто это? Нету? Тоже связано. Такая забавная история. Вот. Вы увидите, дальше, когда в книге найдете, там увидите песни, да? Значит, там некоторые... Значит, 65-го по нынешнее время написаны песни. Одни, которые, как говорят Верстаков, детсадовские, я старался нет. Или как-то там модернизировать под наш текущий, под 21 век. Ну вот одну для примера я убрал, вычеркнул ее просто отсюда. Ну вот такая. Это смешно, конечно. Думаете, еще какую чушь я писал? Я хочу студент. Я 4-го курса. От меня ушла девушка. Микрофон. А? Микрофон. От меня девушка ушла на 4-м курсе. Ушла к другому, к другу моему. Ну, ушла и ушла. Но жуткое расстройство. Надо же к диплому готовиться и там в армию поехать. Вот. Ну а что делать? Стихи. Слушайтесь. 23. Я еще не старый. А чего же так хочется вдруг? Разломать на куски гитару и к чертям разогнать подруг. Вот самое интересное дальше. Не прошло и полгода, как я познакомился с замечательной девушкой. Влюбился он насмерть. И вот 43 года она меня терпит. Вот. То есть гитару ломать не стал. Оказался совсем не старым. Оказался совсем не старым, потому что мы с ним рожали двух близнецов, который вот через неделю будет, да, по 43 года, виноват по 42, забыл. Жениться не хотят, но если у кого-то есть невеста, дочери, внучки молодые, милости просим. Вот они такие нормальные, с высшим образованием, два капитана запас уже, так что они... Но жениться, в принципе, не хотят. Я говорю, если бы с мамой тогда не поженились, вам бы... Орлы мои, вообще на свете вас бы не было, думаешь, никогда. Но не важно. И вот эта песня, ну, слышите, студенчество, 23 еще не старый, да? 67 не старый, считай, их вообще нету. У женщин вообще нет возраста, а я-то себя нормально себя чувствую. Как это, чем я, как я измерял там старость, не старость? Я вчера обиделся. Вчера звонят, ну я взял телефон, трубку, Городского телефон. Звонят, тот настойчиво схватил, нежный женский голос. Потом я дознал, что Вика зовут, Виктория, красивое имя. Тысячу вопросов мне задала в связи с выборами предстоящего. В мэрию города, в депутатские советы, во всех. Но я знаю, что это за чушь, вот эту вот, да? 10 вопросов дают, она там ставит «да, нет, да, нет, да, нет». Значит, ваш возраст, вас, сначала ваш, зачем буду говорить вам, ваш, доход вашей семьи, сколько человек, 4 человека,
Давайте, говорите да или нет. От полутора тысяч до трех. Я на помойке больше набрал, даже бомжом был, там кто там пойдет, помойки не выкинешь там. Потом, с трех до пяти, петь песни какая-то, весенние. Потом, ну скажите какую, ну я подумал, что такое среднее. От 40 до 60, точнее не скажу, там, на все четверые. Ладно. Дальше, кого вы выбрали в депутата, называют Навального, Кучиц, Яблоко, еще там. Я говорю, милая моя, вопрос-то. Мне, говорит, нужно для заполнения анкеты. За кого проголосовать? Да ничем не за кого. Я говорю, ни вообще не голосую, ни за кого. Много-много лет, с прошлого века. Я не знаю, за каких этих людей вообще. Чего они сделали-то? У них программа, у них платформа. Не читал я. А потом я знаю, и вот она меня пытала полчаса. Я все, вы кто узнал. Сначала 10 вопросов, потом 4, потом 2, потом 1. Это хитрость вот такая, это социология. Но я так ей мозги запудрил, что там кто будет читать анкету, решит, что я идиот. Но там я убила. Вы пожилой возраст или молодой? Я поскромничал. И мне сказали, пожилой? Я пожилой от какой? Лет 50. Господи. Я говорю, 50 пожилой? Если пенсия в 65 там теперь, то это что? Она долгонит, ты сказали, где пена. И много смешных. Я уже старался быть серьезным, но интереснейшие вещи узнаешь, когда смотришь просто в окно, вниз. На этой скорбящей машине и нежный женский голос всякую ерунду там спрашивает тебе. Ой, какую чушь по телевизору, это же надо же, вот рассказывай сказки. Время. А? Время, да. Время. Так. Да. А у вас есть возможность купить холодильник, телевизор и стиральную машину? Или не хватает средств? Что же сказать? Ну все есть, больше не надо. Чем... Все работает, все давно есть, все работает нормально. А что сломалось, что выкинули давно, да? Металлолом. Чего эти дури отвечают? Понимаешь, что не виновата? Ну ладно. Прости, что я не добежал до вражеского зота. За 100 шагов прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе. В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах ли в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку. Прости за лучшие года, возможны с другим. Прости за то, что никогда никто не повторим. Тот студент, соперник мой, очкарик книгачей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья, покоятся за брата. Прости, нежная моя, они не виноваты. Что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, наверх все на война. В одной шеренге с ними я под пулями душман. Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Последнюю и пойдем курить. Да? Так, я вижу, пришел наш... Постоянный. Послал в разведку сына, пришел сам. Для него песня. И для всех ребят из 860-го отдельного мотострелкового полка, который в тяжелых условиях по горам пришел в Афганистан и встал там на смерть в провинции Бадахшан. Люблю.
ему хотелось бы быть последним, на 8-8 году. Города нас зовут Мотопехота. Здесь это товарищи Бура. Вот мы в горах до поворота, а за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, черт побрал бы этот поворот. У горшни была почти что рота, с гор спустились, стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота, тяжелы погоны на плечах, пойдем как будто на работу, не дай бог вернуться в цинкачах. Пойдем как будто на работу, не дай бог вернуться в цинкачах. Корабли, а может самолеты, куда надо высадят десант, если только летная погода, если не бушует океан. А пехоте, матушке пехоте, на шторма и бури наплевать, для пехоты нет плохой погоды, всякая погода благодать. Для пехоты нет плохой погоды, всякая погода благодать. Так давайте выпьем за пехоту, грозную владычицу полей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей. Но выпить не, пош, не получилось, потому что БМП взревели по тревоге. Эх, опять вся водка пузом, кто-то там нуждается в подмоге. Ну давай, водила, по газам. На выводе 88 год. Добро. 760 полка. Я не знаю, фамилию назову. Да, подожди. Пойдем покурим. Давайте покурим. Все, покурим, а потом проводим.